Всем привет, дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. С вами канал FAQ. Fuck you. Итак, друзья, мы продолжаем нашу учебу, да, на рынках Форекс. Сейчас, подождите, чаек отодвину, а то пар прям летит в камеру. Вот, сегодня воскресенье, сегодня у нас домашняя работа. Пана открывал я кучу разных инструментов, да, и на этих инструментах мы будем сегодня продолжать учиться проводить правильно уровни. Вот, просмотрел я еще один семинар Александра Герчика, где его ученик рассказывал и показывал, как на рынке Форекс правильно проводить уровни. Я постараюсь заставить Sony Vegas Pro увидеть формат в том, в котором был записан этот данный ролик, да, вот, и выложу вам, получается, этот ролик. Но, скорее всего, я его выложу в посылке, да, чтобы он не был на моем канале, именно как ролик отдельный, потому что интеллектуальной собственностью это все-таки принадлежит Александру Михайловичу, да, и Юрию, тому куратору, который на этом ролике. Поэтому в описании к этому видео и в первом моем комментарии будет прикреплена ссылка на закрытый ролик, да, который можно посмотреть только при переходе по ссылке. Вот, поэтому переходите и смотрите. Вот, друзья, как правильно проводить уровни, как правильно видеть рынок, как правильно работать с уровнями. Там Юрий очень подробно об этом всем рассказал в этом вебинаре. Но он был на закрытой площадке, поэтому данное видео я не буду выкладывать в общий доступ. Он будет только по ссылке в описании и по ссылке в первом комментарии моем. Ну что ж, друзья. И, кстати, еще и алгоритм я тоже прикреплю еще раз. В прошлом ролике я тоже его прикреплял, но и в этом ролике я тоже прикреплю. Алгоритм Юрий дал в общий доступ, свой алгоритм работы на рынке Форекс. Вот, и я думаю, что это уже стало достоянием человечества, скажем так, трейдеров, да. Все, поехали, друзья, поехали. Начнем мы вот евро-франк. Евро-франк, валютная пара. Поехали. Для начала я применю свой шаблон, который я использую для уровней. Еще раз расскажу вам, что я использую, какие индикаторы. Я использую индикатор ATR для того, чтобы видеть, да, какой у нас дневной ATR по инструменту. Вот, видим, почти 700 пунктов, 690 пунктов у нас общий ATR по данному инструменту. Вот, потом я использую индикатор звуковых сообщений, так как инструментов сейчас буду много торговать, да, и анализировать. Для этого мне нужен индикатор, который будет давать звуковые сообщения мне. И еще один индикатор звуковых сообщений, алерт тоже, который выбрасывает окошко с алертом и звук дает. Вот, тоже его использую, но он именно привязывается к нашим уровням, да, то есть мы будем иметь индикатор, который будет стоять чуть ниже уровня для того, чтобы получить предупреждение, когда цена только будет подходить к нашему уровню. И будем использовать индикатор непосредственно уже, когда будет цена ударяться в наш уровень. То есть, как бы, чтобы не пропустить, несколько алертов будем использовать для того, чтобы не пропустить данный сигнал. Причем этот индикатор, он как и звук, так и мерцание на графике дает. Видите, то есть когда цена приблизилась, и мы, допустим, ищем где, вот мы не пропустим, потому что начнется мерцание данного графика, да? Это очень хорошо. Итак, что для себя я вынес из прошлого вебинара? То, что даже для внутридневной торговли, да, нам не надо использовать вот эти все локальные уровни, потому что ход от них, ну, маленький. Из-за этого мы и топчемся на одном месте, потому что те модели, сейчас еще раз открою модели для того, чтобы показать вам трейдинг алгоритм Юрия. Сейчас,
Сейчас это откроется у нас. Немножечко у меня компьютер такой слабенький, офисный, да. Вот алгоритм. Давайте сейчас увеличим это все дело. Вот наши три модели. Алгоритм тоже будет прикрепленный в описании и тоже будет в первом посте в комментариях. Вот у нас три модельки, которые мы торгуем. Можно еще увеличить. Нет, уже сильно много. Вот, я думаю, достаточно будет видно. Да, и обусловленность этих моделей, особенно двух моделей ложного пробития, они обусловлены тем, что цена у нас должна быть в 1 АТР от уровня, и тогда после пробития возвращается обратно, да, то есть должен быть какой-то запас хода. Что имеется в виду? А имеется в виду то, что, допустим, цена вот была у нас в этом диапазоне, да, вот у нас дневной диапазон там 700 пунктов, да, 700 пунктов мы делим на 5, 700 разделить на 5, это у нас 140 пунктов получается. Вот 140 пунктов это у нас 1 АТР, да, 1 АТР, вот. И получается, что резкое движение определенной цены на 140 пунктов, да, дает нам возможность при формировании модели, что цена пойдет обратно, что это было ложное пробитие. То есть, что имеется в виду? Вот, допустим, если здесь видно какой-то локальный уровень, да, то цена должна прилететь... Нет, давайте не так, давайте на каком-то другом рассмотрим. Вот, допустим, здесь, да, вот здесь у нас АТР дневной 900 пунктов плюс-минус, 950, да, то есть это где-то приблизительно будет 170 пунктов. То есть, если у нас цена была здесь, а потом резко ударилась вниз на 170 пунктов, или наоборот, здесь проколола, да, вверх, то она уйдет вниз. Давайте посмотрим, произошло ли это вот у нас на данном графике. То есть на дневном графике мы видим по евро-канадцу, мы видим, что у нас было. У нас закрылся прошлый день здесь, открылся здесь, да, и сформировал у нас вот такую вот свечу, которая... Здесь открылось, здесь прокололо у нас, да, то есть видим больше, чем 1 АТР был проход. Здесь прокололо, и теперь смотрите, насколько цена под уровень потом ушла, на 410 пунктов. Стоп-лосс наш мы должны выставить здесь сверху, это 180 пунктов где-то. Вот, округлим до 200, чтобы было легче считать, и смотрим, прошла ли у нас цена 600. Прошла, видите? То есть, если бы мы открылись сразу, то есть, вот у нас было такое резкое движение, то мы бы ушли потом обратно вниз, модель бы отработалась. Ну, это примерно я вам показываю, мы будем рассматривать это более детально на более похожих. Просто, чтобы понимание было, о чем идет речь. Да, перейдем к нашему инструменту, который мы будем сейчас рассматривать. Итак. Смотрим, что нам нужно. Нам нужен наш уровень цены. Нам нужен наш уровень цены для того, что... Нам не нужны, допустим, вот... И какие мы будем рассматривать... Какие мы будем рассматривать модели для проведения уровней. Вот. Ключевые уровни дневного графика. Уровень излома тренда. То есть это... хай какого-то дня, да, дневного, где был удар и резко цена развернулась и пошла в другую сторону, да. То есть вот уровень излома тренда, вот уровень излома тренда. Самая высокая цена, самая низкая цена, да, то есть вот минимум, максимум, точка излома. И зеркальные уровни. То есть это все, это больше нас ничего не должно интересовать, никакие другие уровни, то есть. И это вот изломы, да, то есть это тоже можно считать изломом, это излом большого тренда, а это излом маленький, ну типа откатик, да, и здесь потом было через какое-то время продолжение. Тренд-то у нас, то есть вот этот уровень нас интересует, вот этот уровень нас интересует и промежуточный уровень, на котором было зеркальное касание, вот как в данном примере.
Все, переходим на наш график. Смотрим, наша цена здесь в этом диапазоне, да? Вот, в этом диапазоне. Тренд у нас по этой паре идет нисходящий уже долгое время. То есть цена у нас в этот диапазон не попадала. Что это за линия? Не знаю, ладно, проехали. То есть ищем по истории, двигаемся. Неважно, это может быть даже 16-й, может быть 15-й год. Вот, наша цена, смотрите, была... Здесь была в этом диапазоне в 15-м году. И где здесь у нас есть какие-то изломы тренда. Вот у нас и шел тренд вниз, потом и шел вверх, потом... вошел здесь в рейндж, да, и вот началось резкое движение. Плюс надо учитывать паранормальные бары, то есть паранормальный бар тоже является сильным, да, движением. И что мы видим? Вот смотрите, какой зеркальный уровень здесь. Во-первых, это был уровень смены тренда, да, потом опять тренд пошел вниз, плюс получается, он у нас здесь отзеркалился. Вот. Смотрим, получается, хай по этому уровню. Что там такое опять творится? Нет, что-то начало у меня тормозить. Прогружается график. Получается, я сильно далеко отмотал. Смотрим. Хай этой свечи у нас. Хай у нас этой свечи 05724. Да? Вот. А лоу этой свечи, где пошло отзеркаливание, 0,5 74,6 тоже. Тут 70, тут у нас 70 724, а тут у нас лоу 746. Но возникновение этого уровня было здесь, там было недобитие, грубо говоря, да, небольшой люфт был. Все, отбиваем наш этот уровень. Еще раз проверим его хай. Его хай был 0,5724. Свойства. 0,5724. И здесь нам надо прописать alert. Нижнее подчеркивание 10. Это для того, что для нашего, получается, для нашего индикатора алерта. Который нам alert выдает. А, кстати, вам же здесь не видно, получается, менюшку того индикатора. Ну, ничего страшного, там особо ничего такого нету. Пару кнопочек, которые просто включают трендовые линии. Так, все, вот мы себе установили и определились с первой нашей линией, которая у нас близко к цене. Вот, теперь возвращаемся обратно, да, то есть здесь смотрим, есть ли у нас уровень. Здесь у нас уровня, а нет, есть у нас здесь уровень, вернее, вот так вот, да, да, есть уровень, есть подтверждение, и будем искать его. Смотрите, наша цель какая? Найти какой-то старый исторический уровень, сильный излома тренда, да, для того, чтобы потом посмотреть, возникает ли этот уровень у нас на новой истории. То есть, есть ли этот уровень и его все подтверждения. Этот уровень у нас был сформированный. Потом вот у нас один бар, второй бар, почти копейка в копейку. Тоже, видите, это у нас идет у нас тренд. Паранормальный бар делает нам этот уровень. Нам нужны уровни, которые ближайшие к нашей цене. Здесь получается хай у нас был 06890, круглый уровень, ну не совсем круглый, но с ноликом в конце. 06890. Блин, алерт забыл поставить. Алерт нижний слэш 10, надо нам это скопировать. Вот. Все. Теперь мы возвращаемся в конец и смотрим, есть ли у нас подтверждение этого уровня.
Возвращаемся на новую историю и смотрим, было ли подтверждение этих старых уровней исторических, да? И что мы видим? Мы видим, что было подтверждение вот сейчас, да? То есть на дневке мы смотрим, что уже на новой истории у нас было подтверждение вот этого уровня. Как именно выражалось это подтверждение? Было ложное пробитие, видите? Наша модель разворотная, да? Вот, было ложное пробитие, но оно себя не отработало, получается, потому что стоп у нас почти 300 пунктов, да, где-то 250 пунктов, то 750 должно было сходить в обратную сторону, но нет. Но все равно ложное пробитие было, и один день от этого уровня цена откатывалась назад, да, а потом продолжила свое движение обратно к уровню. И то, видим, опять же, было прокалывание и уход за уровень, то есть какая-то консолидация цены над этим уровнем была. То есть уровень действующий, уровень сильный, да. В конечном итоге через 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, через 11 дней, то есть через 2 недели только смогли окончательно преодолеть этот уровень и глубоко обновить лоу, да, то есть там вот на 700 уровень. То есть этот уровень хороший, консолидация цены вокруг него происходит. Потом что мы видим? Мы видим следующую картину. Да, что цена, не доходя до этого уровня, приподнялась вверх и пошла вверх. И здесь тоже несколько дней было ложное пробитие, около 200 пунктов, но цена все равно закрывалась под уровень. Еще раз подтверждает наш уровень ложное пробитие. Да? То есть цена не просто пробилась и пошла себе дальше, уже не обращая внимания на этот уровень, нет, обратила внимание, три ложных пробития, 3 дня, и пошла опять вниз. И вот у нас первое подтверждение нашего нижнего уровня, то есть дневной бар, дойдя до нашего уровня, буквально тут 30 пунктов, да, не дойдя, это по новым пунктам. Кстати, тоже сделаю видео о новых и старых пунктах, потому что на Форексе добавили еще один нолик добавили. То есть раньше, вот если здесь видно 0.5834, то раньше было только 0.583. То есть сейчас вот это, что я меряю, и мне показывает 30, 28, да, 30 пунктов, то раньше это было всего лишь 3 пункта, да, вот. И это тоже может быть одним из факторов, то, что я этого не знал раньше, и что мешало мне зарабатывать. Потому что если по факту разобраться, да, по старым и новым пунктам, то я входил в рынок не с 40 пунктами стоп-лоссом, а с 4 пунктами стоп-лоссом по старому и 40 по новому, да. То есть, а это очень большая разница, друзья. То есть я входил, а все равно все стратегии, все объяснения делаются в старых пунктах. То есть Юрий у нас давал нам стратегию эту и говорил, что мы входим в рынок там с 25, там с 30, с 40 пунктовым стоп-лоссом, да, это он в старых пунктах имел в виду, то есть 400, по-новому в 400. То есть я мог ставить стоп-лосс намного больше, да, чем вот такой вот стоп-лосс еще, то есть за эти хвосты я мог ставить, да, себе стоп-лосс и заходить, потому что по-новому это 252 пункта, а по-старому это 25 пунктов стоп-лосс, то есть я мог заходить в эту сделку, друзья. Вот, а я столько сделок пропускал, которых даже себя и подтверждали, да, потому что я не мог туда заходить, да, и потому что я не знал, поэтому надо учиться, друзья, поэтому надо искать информацию, слушать внимательно, все это в голове у себя, все пазлики складывать. Ну что ж, здесь вот у нас идет первое подтверждение, после чего цена у нас сильно отбивается вниз-вверх, потом на следующий день, да, она сходила вверх, сходила вниз, сделала ложное пробитие, опять закрепляется над уровень. Второе подтверждение получаем. Третье, четвертое. Смотрите, здесь у нас ложное пробитие за 2 дня сформировалось, да, то есть цена пошла вниз, пробила, возвращалась вверх, вот. И начинается распил этого уровня, да. Начинают, вот как Александр Михайлович говорит, начинает какой-то большой продавец или покупатель
начинает набирать позицию, начинает набирать позу. Мы пока не знаем, куда цена пойдет в окончательном своем движении, да, но начинается набор позиций. Вот мы видим этот набор позиций. Потом цена как будто бы начинает немножко идти вверх, обратно начинает ее прижимать к уровню. Видите, ныряет опять цена под уровень. Вот, начинается консолидация, и в конечном итоге цена уходит у нас вниз, да, вот на 660 пунктов. Потом опять ее вверх. То есть уровень есть, уровень работает. Вот, да. И опять что мы видим? У нас идет паранормальный какой-то быстрый бар, и цена опять у нас останавливается над уровнем, да, не доходя тут каких-то небольших там 4 пункта, да, или 40 новых пунктов до этого уровня. Теперь уже поддержки снизу он у нас находится. И сейчас опять начинается какое-то движение в этом уровне, да, то есть какая теперь наша задача, проведя этих два уровня, видя этих два уровня? Наша задача теперь следить, что будет происходить, да, несколько дней. Будут ли опять, допустим, прижимать к этой цене, к этому уровню нашу цену, да, то есть вот смотрите, уже вот после этого резкого скачка цены, да, входа в середину коридора, цена каждый день все ниже и ниже, да, ну вот этот барчик, это просто не было объема на рынке, да, но когда есть объем по данной паре, каждый хай ниже предыдущего хая. То есть вот и закончилась у нас торговая неделя еще большим снижением. То есть что мы можем сейчас для себя отметить? Если здесь будет продолжаться дальше тенденция на снижение, на консолидацию цены вниз к уровню, да, то движение, возможно, пойдет, с большей вероятностью пойдет вниз. Вот как мы видим в данной части графика, да, пилили несколько дней этот уровень, потом цена тоже выскочила резко вверх, потом начали прижимать ее вниз, и потом в конечном итоге цена обновила свои лоу, да, вот. Причем здесь тоже какой-то был уровень, видите, и цена здесь остановилась. То есть, что мы можем здесь для себя отметить по данной паре? Если начнут прижимать к этому уровню, да, начнут прижимать цену к этому уровню, мы сможем войти здесь в рынок на шорт. На шорт, и наш диапазон, это будет где-то в районе вот 700 пунктов, да, до вот этой вот грани. Вот, отлично, если мы сможем зайти, допустим, там, я не знаю, с 200 стоп-лоссом, да, на 600, это будет как раз то, что нам надо. 200 на 600, это мы войдем вот в этот диапазон цен и здесь заберем свой take profit. Все, дальше что мы делаем? Алерты по уровню выставлены, да, дальше я беру себе две трендовые вот эти свои линии тоже с алертами и выставляю одну сверху. Сейчас я растяну их. Вот, одну ближе к уровню верхнему, другую ближе к уровню нижнему, да. Вот, видите, начинает моргать уже. Потому что пересекается наша цена. Оп, оп. Ну, звукового сигнала не дает, когда рынок не работает, да? Вот. То есть первое моргание, звуковой сигнал мы получим, когда цена дойдет до нашего уровня, да? А второй уже когда пробьет. То есть мы не пропустим 100%. Вот так вот, друзья, я буду сейчас следить за всеми парами. То есть я много инструментов для себя пооткрывал. Вот еще сколько инструментов мне надо обработать данным методом, да. Тут я эфириуму проводил уровни, да. Вот видите, есть у нас высокий уровень, нижний уровень и вот этот средний уровень, возле которого сейчас у нас цена торгуется. Круглый уровень 201.00. Вот, цена то его пробивает, то фиксируется сверху, то опять сейчас пробила вниз. Видите, то есть
если на дневной график переключиться и посмотреть, у нас идет какой-то набор позиций возле этого уровня, да, 21.00. И идет этот набор позиций у нас с консолидацией к этому уровню, да? То есть вот, вот что происходит у нас. И сейчас эта консолидация, эта пружина сжимается, сжимается. После того, как она сожмется до максимальных своих значений, да, то есть где-то вот здесь, это если на дневном графике посмотреть, это может случиться даже на этой неделе, да, цена может резко рвануть у нас от этого уровня или сюда, или, или сюда. То есть тут уже надо будет смотреть пробой этого треугольника. Что я имею в виду под треугольником, это вот если взять вот так вот по хаям свечей провести трендовые линии, да, вот, то вот у нас образовывается, мы видим это сжатие цены, да, сжатие к данному уровню. И когда будет пробой этого треугольника или в какой-то из этих точек, да, то вероятность того, что цена пойдет или в ту сторону, тоже очень велика. Я эти линии удаляю, они мне не нужны, я и так это на глаз вижу, да, то есть вижу эту модель сжатия цены. Вот и все, друзья, вот таким буду я теперь заниматься, то есть наша торговая модель, торговое поведение наше на рынке сильно изменилось, да, привнеслись такие изменения. Вот, я сейчас буду заниматься этим, буду сидеть, это все эти пары проглядывать, и вот буду записывать себе на бумажечку, видите, какие у нас в приоритете, какие пары у нас уже по моему размышлению, да, какие пары у нас уже вот сейчас выскочат. Давайте посмотрим фунт канадец. Вот вчера я отсматривал фунт канадец. Давайте его сейчас найдем здесь. Да, вот он, фунт канадец. Давайте посмотрим на дневном графике, как он выглядит. Смотрите, как получается, консолидируется цена. Что у нас здесь вообще, что у нас здесь видно, да? Что у нас видно? У нас идет нисходящий тренд, причем с усилением и с поджатием, да, вот смотрите, как здесь цена консолидируется на продажу, пробивается у нас этот уровень, вот, и здесь пошла у нас консолидация под этим уровнем. Но пока что наши трейдеры, да, не могут понять, куда дальше пойдет цена. Или нету в данный момент крупного игрока, или просто крупный игрок себе между этими двумя уровнями тоже собирает позицию, да, видно, что немножко проколол сюда, потом немножко проколол сюда, то есть цена у нас сейчас вошла в рендж, да, и между двумя уровнями вот этими, и в данном рендже мы точно видим, что у нас отрабатываются наши проведенные уровни, да. Вот было ложное пробитие, и цена у нас в пятницу опустилась у нас до этого уровня почти, да, уже тут мало что осталось, вот, и я ожидаю, что у нас уже будет на этой неделе пробитие на продажу, то есть уже будет шорт, то есть что я буду отслеживать с понедельника. С понедельника у нас здесь откроется новый бар, новая свеча, да, и я буду смотреть, как она себя будет вести. Будет ли поджатие к верхнему уровню, значит, у нас пойдет на лонг. Будет поджатие к нижнему уровню, значит, у нас пойдет на шорт. То есть вот этих последних два бара мне говорят о том, что скорее всего будет у нас шорт. Почему? У нас и шел здесь набор позиций, как мы видим. Раз, после пробития уровня, да? Раз, два, три, четыре. Четыре дня у нас цена ходила между уровнями, да? На пятый день у нас происходит пробитие уровня, но покупателя нету. Видите, нету покупателя и нету импульса вверх. То есть импульс создался, пробилась и цена вернулась вниз.
Все, нету покупателя, потому что если бы был покупатель от этого уровня, цена бы резко там несколькими барами, может даже вот таким бы баром, да, шух, пошла вверх, закрепилась здесь и понедельник. То есть если цена бы закрепилась сверху уровня, то можно было бы ожидать, что с понедельника пойдет покупка, да. А так как цена у нас сделала ложное пробитие, а потом начали продавать, да, то вероятность того, что тенденция продажи продолжится, намного больше, чем то, что у нас начнут опять ее покупать. Вот, поэтому за таким вот уже моментом мы должны следить. Мы должны следить. И как только пойдет какое-то подтверждение у нас, да, допустим, понедельник у нас закроется внутри между этими и с прижатием с лоу, вернее с хаем бара ниже хотя бы вот этого, да, это будет у нас подтверждение, что цену прижимают, консолидируют к уровню, да, идет поджатие так называемое к уровню и пробой будет вниз. Вот, поэтому за таким моментом уже надо нам следить. Вот это и есть, как я пока что понимаю, это и есть понимание уровней. Понимание уровней, понимание того, что происходит на рынке. Да? То есть нам не нужны эти все маленькие внутридневные уровни. Для чего нам нужен часовой график? Часовой график нам нужен для того, чтобы увидеть вот такое. Да? Что мы видим здесь? А здесь мы видим... То, что здесь вот у нас от какого-то уровня, а это уровень средины ATR дня, у нас появляется на нашем внутриренджевом движении двойная вершина. Двойная вершина в районе 750 пунктов нам говорит о следующем. Так, я не понял, что калькулятор, а не на ту кнопку. 750 пунктов разделить на 100. И умножить на 70. 525 пунктов. Смотрим. Цена прошла только 300. 525 будет где-то в этом диапазоне. То есть с понедельника вероятность того, что нашу цену начнут прижимать, да, к этому уровню, высока. Потому что еще до конца не отработалась даже двойная вершина наша. Вот, а если взять вот так, то тут еще больше, да, у нас пунктов, потому что двойная вершина. Все трейдеры считают двойную вершину от лоу баров последнего, да, который образовал вот этих две вершины. То есть этот бар у нас самый нижний. Ну, можно от этого считать, да, то есть тут небольшая разница, да. И это 770 пунктов. То есть цена у нас еще как минимум на 500, до 500 должна дойти до низу. А это движение вниз, это прижатие к уровню. И тут уже будем возле этого уровня следить, как себя будет здесь вести цена. То есть начнется ли ложное пробивание или начнется только втыкивание. Да? То есть если будет ложное пробитие, можно будет даже этого уровня попробовать поработать на подъем. То есть смотрите, какое здесь у нас просто великолепная отработка нашего ложного пробоя. То есть, да, смотрим на нашу модель. Наша модель выглядит так, да. Большой бар вниз, большой бар вверх или наоборот. Смотрим, что произошло. ATR у нас по этому инструменту 1150 разделить на 5, это получается 230 пунктов. Цена у нас была здесь, когда этот бар открылся, она сходила вверх и потом сходила вниз на как раз же этих 260-230 пунктов, видите? Вот. То есть цена у нас пошла на наш 1 ATR, что нам подходит. Причем, смотрите, тренд у нас был в одну сторону все время. То есть не было там заныривания под уровень, разворота, потом опять. То есть, ну, не такое. А именно все как по классике, как у нас по картиночке. Видите? Вот. То есть что мы здесь делаем? Мы здесь открываемся себе с стоп-лоссом, причем небольшим стоп-лоссом. Если по старым считать, да, 14, ну, короче, 15, да, 15 пунктов. И это мы должны
100-150 на 450. Смотрите, цена вот уже здесь взяла 450, то есть отработалась 1 к 3, да, но можно было, если бы у нас был бы депозит, конечно, чуть покрупнее, можно было бы входить тройным дробным лотом, да, один закрыть здесь, потом уровень стоп-лосс нас после достижения этого перенести в безубыток, да, вот в безубыток от открытия. И здесь мы бы этот безубыток даже бы и не достигли. И ждать себе дальше. То есть цена еще потом сходила вверх, потом почти вернулась вниз. Но потом еще сходила, смотрите, до почти 1000 пунктов. А потом еще на следующий день сходила до 1200. То есть на этом движении можно было заработать. Поэтому дальнейшая наша стратегия по этой паре, так как мы видим, что ложное пробитие на ней отрабатывается. Вот здесь что-то похожее, да, тоже происходило у нас. Смотрим, тут отработалось. Но здесь такое сложное ложное пробитие, да. Вот. Если, допустим, считать, что стоп-лосс мы бы ставили от этого, это тоже где-то 180 пунктов, округлим до 200. 600 пунктов нам надо было бы забрать. Забрали. То есть мы видим, что по этой паре очень хорошо отрабатывается у нас наша модель ложного пробития. Вот, ложного пробития. Поэтому будем ждать от этого уровня, если будет продолжение падения, да, вот, то будем ждать наших моделей. Или ложного пробития, или пробития, да, вот такого бара. Вот. Так что, друзья, плюс-минус я вам постарался объяснить, так как я это вижу. Если кто-то чего не понял, пишите обязательно комментарии, задавайте вопросы, да. Ну и, конечно же, видео сейчас с Александром Михайловичем и с Юрой, уже этот вебинар, я постараюсь все-таки смонтировать, да, и выжимку вам из этого видео. Только по моделям, только по основе торговли по этим моделям и по уровням, по проведению уровней. Эту выжимку тоже вам в ссылочке закреплю, друзья. А пока что всем спасибо за внимание. Я буду продолжать делать домашку, да, буду по инструментам проводить уровни. Вот, в принципе, больше мне особо вам рассказывать нечего, одно и то же самое рассказывать нету смысла, не вижу смысла. Поэтому всем спасибо за внимание, друзья. Ставьте лайки, задавайте в комментариях свои вопросы. Просто делитесь хорошим настроением. Вот. Не забудьте подписаться на наши соцсети, не знаю, в каком они там углу, да, на наш Viber, Instagram, Telegram, кому что удобно. Никак мне не хватает времени еще в группу в WhatsApp создать, потому что днями и ночами сижу над этими графиками, изучаю, да, вот, надо и семинары смотреть, надо и графики изучать, надо это все записывать, вести, то есть занялся я очень плотно деятельностью по трейдингу, вот, надеюсь, очень хочу, вернее, не то, что надеюсь, а очень хочу, чтобы с этого что-то получилось действительно правильно, и я смог этим с вами делиться. И мы вместе, может быть, могли бы зарабатывать на этом деньги, не ездя никуда на заработки, сидя дома за компьютером. Хотя бы те деньги, которые бы нам бы просто хватало для жизни. Я не говорю уже там о каких-то миллионах. Хотя миллионы тоже бы нам не помешали. Все, всем спасибо, друзья, всем пока.